Ну, спокойно, как бы да. Второй, сука, хорош. Я ждал, я с черта этого. Я думал, смотрел просто специально, сюда никто не летел. А чё кричишь-то? Мы летели, вы чё? Да, всё, матери привет передай. Хорошо, твоей передам обязательно. Мы как раз сегодня с ней встречаемся. Ну, а босс на свои шипки, на врот кольчу. Нет, Евгений Мурашкин! Ну что же ты тут забыл, нахуй? Это ж мышь, блядь. Ну, это сильно. Спасибо. Ничего личного, ладно? Нормально. У тебя сколько хп? У меня половинка. Ну, у меня процентов 90. А чё так мало? Ну, ударь меня пару раз. Всё, погнали. Махач будем делать? Полетели. Всё, поехали. Ладно, спасибо за попытку. Давай. Давайте прыгнем в ясную. Я жить хочу. Что скажете? Или в Липовку. Или в Рожок. Понял? Тогда я полечу в ясную. Этот парень милый всех, но просто любит жизнь. Давайте все верны. Вот тут вот только. Ё-моё. Может, в Южный? Дач. А Южный это где? Может, в Западный. Шутки пошли, вы чё? Шутки из маршрутки. Нет, ну надо бит накладывать, я думаю, сверху. Потому что, ну, прям... Прям шутки качает. Рифмует, да, рифмуете, прям качает уже. Сейчас подписчики пойдут, просмотрим. Синий, ты вообще как, злой стример? Я... Ну так, честно. Средний. Чисто вэш, наверное, да? Медиум, да. Медиум рэйр. Да, походу. Средние прожарки, понятно. Ты Хсинг? Летишь тут? Да, здорово. Как дела? У тебя штаны как у меня, ты чё, офигел? Ну снимай давай. Да, я знаю, классные, да. Ладно, давай, удачи тебе. Давай, тебе тоже. Это плохо. Я поднимаю. Не буду добивать, если вы моих не будете. Да я тут сниму штаны. Идет меня добивать. Это он зря сделал. Он добил нашего. Ну так-то да, ладно. Сними с меня штаны тогда за меня. Здорово, брат. Как дела? А, видосы записываешь? Да. Ладно, живи. Где твои тиммейты? Тебя принесли к нам? Он один. Так, сейчас, тихо. Сейчас принесу. Ладненько. Скажи мне, пусть идет с миром. Все, давайте, ребят, мы в зону. Давай, пока. О, божечки. А ты его друзья, да, надеюсь? Да. Удачи, братья. Спасибо, парни. Класс. Нас не забанят за это? Ты не говори никому. А, ну дело в том, что я стрельну. Sorry. Могу скинуть тебе энергетики зеленые, если нужно. Можешь. Не знаю, я скинул, посмотри где-нибудь перед собой. Нашел руки. Ну, нашел, да? Класс. Что это за значок такой в киллфиде справа наверху? Там какой-то яркий чувак. Да, горел, значит. Был исключен из игры. Не-не-не, он что-то читерил. Давай к нам, у нас же... Не хочу. Ну ладно, не надо. Первый ты как там? Да потихонечку. Приболел, правда, ну спасибо. Выздоравливай. С Новым годом. I'm in position. Enemy spotted. Sector clear. Go! It's safe.
босс. За камнем. Справа. За деревом, впереди. Это нокнутый. Слева еще дом. Хорош! Не добиваю. Не добиваю. Второй этаж. У меня броника нет. Сори, у меня тоже ничего нет. Ты с кем говоришь? С противниками. А ты их слышишь-то? Тишина, пожалуйста, у меня противники. Все, спасибо. Очевидно, ты какой-то жесткий, типа. Нет, упругий. Сейчас зону будем двигать потихоньку или не будем? Двигайтесь без меня, а потом к вам. Ты типа жесткий из-за этого? Че ты угораешь там? Диалог тебе наш понравился? Да, если честно, то да. Представляешь? Вот ты кто? Желтый нашел лодку, которая летает. Кажется, это аэроплан, но я не уверен. А что, выше нельзя лететь? Есть ограничения. А, я думал, знаешь, типа можно в зоне просто крутиться сверху, и никто не дострелит. Не хитрый какой. Да, так нельзя. Так только второй может, жесткий. Да, но я так могу, даже без аэроплана. У него же, он фамилию сменил на жесткий, блядь. Бля, уже стреляют. На мосту есть там кто-нибудь? Не знаю, но в нас уже стреляют. А так нет никого, да. Но у нас стреляют. Ну, у нас хороший водитель, по мне еще не попали. Самое главное, что по мне не попали. Водитель, ты имеешь в виду пилот? Да, пилот. Просто. Четкий. Пилот. Ас. Тайм быть пилотом очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. Так, все, мы прилетели. Это было жестко. Все, закончил я. Да, да. Можешь разговаривать. Разрешаешь, да? О, нашего нокнули. О, прикинь. И добили. Они сейчас его лутать пойдут, а я сдохну. А можешь не раздеться просто, а раздеться, потанцевать? Мне кажется, ты игры перепутал. Нет, они подумают, что я дерево. Я любил вас. Но я посмотрю, как вы закончите. Да. Но только начали. Теперь ты нам будешь песни петь? А вот не хочу я песни петь. А мы как-то тоже не очень хотим. Помню один раз, когда я учился. Давай я тебе мод. И рассказывай, как мы тебе там раз. Помню один раз, как я учился. Я услышал пение голубей. А ты слышал, как поют голуби? Нет, как же они поют, ну-ка. Курлык. И все? Давай анекдот расскажу. Что делает людоед вечером? Смотрит телевизор. Жарит телочек. Жалко, что он меня замутил. А почему он такой злой? Люди должны быть смешными. Ты мне просто скажи, тебе подбирать или нет? Как-то связываемся друг с другом или как? Да все уже, забей. Я тебя понял. Я буду за тобой смотреть, ты профессионал. Все. Он такой злой какой-то. У него настроения нету. Блин, ты долетишь вообще? У меня все рассчитано. Все рассчитано? Ну ты знаешь, что мы долетели с желтым и сразу умерли. Это вы. Как зовут человека, который не хочет сдавать кровь? Вампир. Кровожадный. Что будет, если твоя бывшая не придет на Хэллоуин? Блин, сейчас дай подумать. Не знаю, говори. Ничего страшного.